Здравствуйте, раки. Это еженедельный расклад, неделя с 8 по 14 июня для вас. Начинаем с дна колоды, потому что я об этом стала забывать, а так нехорошо. На дне колоды карта смерти. Это окончание чего-то. Обычно, когда по смерти что-то заканчивается, нам чаще не очень нравится. Ну, то, что это заканчивается. У всех это, естественно, может быть разное. Но, как бы, это какое-то окончание, завершение чего-то. Тема недели – дьявол. Ну, конечно же, дьявол – это какая-то зависимость, причем которую мы теоретически можем разорвать. Это могут быть всякие нездоровые привязанности, это может быть также ложь, обман. У вас здесь на самом деле все карты хорошие, денежная карта не очень. Будьте осторожны и внимательны со своими деньгами, имуществом, с кредитными картами и так далее. Даже не имущество, не дома, как бы, понимаете, деньги. То есть это, ну, как вытащить могут, да. То есть надо с этим быть осторожными. Но в любом случае, дьявол символизирует какую-то зависимость. Дом, семья, двойка жезлов. Ну, для меня это совершенно нормальная карта. Это, возможно, кто-то будет что-то планировать относительно дома. Для меня это совершенно обычная рабочая карта. Это решение разных вопросов, совершенно деловых по жезлам. Деловых, бытовых. Ничего такого страшного, катастрофичного, критичного нет. Любовь, отношения – это карта подарков. Да, карта подарков, взаимопомощи, взаимоподдержки разного рода. Ну, как бы, если кто-то мечтает о новых отношениях, ну, по шестерке пентаклей это вполне возможно, потому что шестерка пентаклей – любой подарок, любое, как бы, это взаимодействие между людьми все-таки, это более позитивная карта. Конкретно персонажа тут нет, но карта положительная в любом случае. Работа, карьера, десятка кубков. Ну, это хороший коллектив, это спокойная атмосфера в коллективе. Может быть, кто-то работает, не знаю, если в ресторанном бизнесе, вообще карты понятные. Потом, ну, вообще это душевный, я бы сказала, комфорт и покой. На работе, действительно, с хорошим коллективом. То есть, когда мы не чувствуем себя, что нам сейчас там нож в спину воткнут, такого нет. Наоборот, карта удовольствия и радости. Денежная ситуация, как мы видим, башня. Здесь, возможно, несколько вариантов. Ну, естественно, карта неприятная обычно, поэтому, ну, во-первых, надо быть очень внимательным с деньгами. И также по смерти рядом еще, вот здесь, понимаете, может быть, ну как, когда по собственной глупости мы что-то теряем, да, или там неправильно что-то заполняем, там какую-то цифру, теряем деньги из-за этого. То есть могут быть потери по собственным, как бы, по собственной вине, по неосторожности, могут быть кто-то помогает нам потерять. Будьте внимательны, будьте бдительны. Да, я больше склоняюсь, что вот или такой вариант, или такой. Ну, если сохранять, быть внимательным, то мне кажется, что все обойтись должно. Карта испытаний, двойка пентаклей. Ну, во-первых, может быть занятость. Потому что это карта суеты и занятости. Если у вас много-много-много всяких разных дел, то как бы понятно, что иногда нас это, для нас это испытание, все это вынести такую недельку. А потом, как опять-таки дьявол, башня и двойка пентаклей, может быть, это как раз деньги станут для вас проблемой. По какой-то причине. А для некоторых это может быть знак бесконечности, вот этот, понимаете, как застревание, то есть вот эта ситуация, вот она и так и гуляет по этой вот восьмерочке бесконечно. То есть для вас на этой неделе, например, вот эта ситуация, может быть, она уже не первую неделю длится,
какое-то застревание в какой-то ситуации может оказаться, ну, оно вам на нервы действует. Вот и все. Так что работайте, радуйтесь, берегите свои карманы, денежки, кредитки, будьте внимательны и осторожны. Я желаю вам замечательной недели, раки. Все должно обойтись. Увидимся скоро.